счастье, мир и так далее. Аллилуйя! Я так рад приветствовать всех тех, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире. Я рад, что мы можем вместе с вами преломить Священное Писание и Слово Божие. Я буду говорить сегодня на тему, на каком языке говорит Бог, или, другими словами, язык любви Бога. Многие из нас читали книгу Гарри Чемпина «Пять языков любви». Кто читал? Поднимите ваши руки. Вы знаете, о чем идет речь. Доктор Гарри утверждает, что существует пять языков любви между людьми. Вот они, слова поощрения, то есть говорить, что ты умничка, говорить, что ты молодец, говорить, что у тебя все получится, что у тебя получилось уже. Время, проведенное с человеком, это язык любви моей Надюшки, моей половинки. Она очень хочет побольше времени, которого так мало у нас вместе. Мы в разных местах сейчас служим в данный момент, и нам просто не хватает друг друга. Время, третий язык любви, подарки. Четвертый – помощь. Пятый – прикосновение. Автор показывает, что каждый человек выражает и принимает любовь определенным образом. То, что для одного является выражением любви, для другого человека абсолютно ничего не значит. Другими словами, если вы дарите подарки, а ваш спутник или спутница, они абсолютно, подарки равнодушные к этому, для них это не значит, что вы любите. А для других людей прикосновение или время, проведенное вместе, или ободряющие слова, или помощь – это их язык любви. Возникает логический вопрос. А у нашего Бога есть ли язык любви, на котором Он разговаривает? И каков этот язык любви? И еще один вопрос возникает. А если тот язык, на котором Бог хотел бы, чтобы мы разговаривали с Ним, скажете, по-русски говорю, это слова. Но язык любви ведь не только слова, это поступки, это действия. Есть ли тот язык, который нам нужно освоить, чтобы показать Богу, что мы любим Его? Вот об этом хочу сегодня вместе с вами поговорить. Конечно, первый вопрос, попробуем вместе ответить на него. Как Бог выражает свою любовь к нам? На каком языке Бог говорит с нами? Вы знаете, в Писании очень ясно написано, апостол Павел сказал об этом в Римлянам в 5 главе, 8 стихе. Он сказал, что Бог свою любовь доказывает тем, или выражает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Представьте себе, Он доказывает свою любовь тем, что Иисус умер за нас. Да не за праведных, не за таких хороших, таких прям, знаете, все из себя, а за грешников. В Библии сказано, что посмотрите на ту глубину рва, из которой я извлек вас, и на скалу, из которой я истек вас. То есть это скала гордости, удовольствий, похоти, скала вот самомнения, высокого мнения о себе. Как мы на скале. Бог говорит, мне нужно было тебя иссекать из тебя самого. Ты выстроил такую стену, что мне нужно было тебя оттуда просто взять и высекать, иссекать оттуда. Посмотри на это. Конечно, когда мы сейчас спасены, и характер наш меняется, мы можем, оглянувшись назад, сказать, о да, было, я таким был, или я такой была. Итак, каким образом Бог говорит с нами, и мы понимаем, что Он любит нас? Это ведь не только слова, сын мой, дочь моя, я люблю тебя. Это ведь поступки и дела. И я выделил три момента. Первый из них, Он умирает за нас. Второй из них, Он называет нас своими детьми, делает нас родными, вводит нас в свое присутствие и делает нас частью Божьей семьи. Мы становимся детьми Божьими. И третий момент, Он доверяет нам, потому что мы Его. Он называет нас своими. Ты скажешь, пастор, ты ничего не сказал о том, что Он исцеляет нас. Конечно, исцеляет. Он заботится, Он милует, Он помогает. Он идет за тобой в твои проблемы. Я хочу дать вам несколько текстов из Священного Писания, но прежде этого, хочу, чтобы мы еще раз навели резкость
на самый важный аспект, который апостол Павел приводит как доказательство того, что Бог любит нас. Бог любит, потому что Он умирает за тебя и за меня. Вы знаете, можно кричать о любви, можно говорить, ты для меня там особенный или особенная, я люблю тебя. А Он висит между небом и землей, прибитый гвоздями к дереву, и в агонии, в страданиях, в мучении тихо умирает, без укора, без мести, без зла. Напротив, Он шепчет, «Отче, прости им, потому что они не знают, что они творят». Висящий на древе Божий Сын, истекающий кровью, умирающий за все человечество, это язык любви Бога. Написано, что Бог так сильно возлюбил. Давайте воздадим аплодисменты Господу. Он в действительности любит. Он так сильно возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А перед страданиями Иисус произнес эту фразу: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15 глава. Бог самое дорогое отдает, единственного Своего Сына. И этим Он показывает, что Он любит нас. Вчера вечером я посмотрел небольшой фильм. Готовясь к Слову Божьему, я вспомнил об одной иллюстрации, и мне хотелось перепроверить, это в действительности было, случилось, или это, может быть, какая-то история придуманная. Фильм называется «Мост». Он вышел в 2003 году, и в основе фильма лежала реальная история, случай, который произошел в середине 20 века в Англии. В английских высших учебных заведениях, на психологических факультетах этот случай разбирают как самый тяжелый выбор в истории одного человека. Этот фильм об отце, отце-одиночке, работника железной дороги, главной обязанностью которого было разведение мостов. Однажды он взял с собой на работу своего 8-летнего сына, чтобы тот поучаствовал в процессе развода моста. Сыну было сказано, чтобы он подождал папу. Он говорит: «Сынок, останься здесь, на берегу. Там озеро небольшое». И сын должен был просто подождать, пока отец не вернется, выполнив свою работу в дежурной будке. Ему поступил звонок о том, что приближается катер. Он услышал, и он сказал: «Хорошо, развожу». И он поднял, нажал на рычаг, поднял мост. И когда катер проходил под мостом, отец не видел этого, но сын заметил, что приближается поезд. Он кричал: «Папа, папа, папа!», пытаясь предупредить, но было все напрасно, отец не слышал. И тогда сын сам решился каким-то образом остановить или вмешаться вот в это. И он полез в специальный люк, чтобы использовать аварийный рычаг. И он свалился в отверстие, прямо к шестеренкам туда. И вот этот последний миг, отец повернул голову, и он увидел, поймал это. В этот момент у отца крик просто: «О нет, Боже, помоги!» Потому что он тоже заметил приближающийся поезд. Оказывается, машинист не увидел красный сигнал и просто продолжал ехать, в то время, когда мост был разведен. И у отца самый тяжелый выбор. Если он побежит спасать сына сейчас, то люди, которые в этом поезде, они погибнут. Если он опустит мост, этот мост задавит его сына. В этом фильме показано, я не мог смотреть спокойно, как отец кричит, секунды какие-то, ему надо принять решение, и он принимает это решение, он опускает мост и кричит в слезах во всем, выбегая из этой будки.
Это реальная история. Небесный Отец закрыл глаза свои. Он сказал: я не могу смотреть на то страдание и боль, которое переносит мой сын за людей. Он сделал тьму между землей и небом. Прямо среди дня, прямо в обед, когда солнце палящее, он сделал тьму, чтобы не видеть, как мучается сын его. Он сделал это, потому что он любит тебя и меня. Бог доказывает свою любовь тем, что он отдал своего единственного сына. Второй момент, о котором я хочу сказать, он сделал нас своими детьми. Вы знаете, друзья, давайте откроем Римлянам 8 главу 15 и 16 стихи. Что-то очень теплое, что-то очень близкое, родное мы переживаем, когда мы погружаемся в этот текст. Апостол говорит так: вы не приняли духа рабства, это обо мне и о тебе. То есть ты не раб, и я не раб. Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Знаете, как раньше писали? Раньше не все умели писать. Апостол Павел там, он 13 книг написал в Новом Завете, и там в одном месте он говорит: я собственноручно пишу. То есть, знаете, вот папирус большой, макалос, чернила, и там собственноручно. Это не так, как сейчас мы там электронно тык-тык-тык-тык-тык там пальчиками. Это прямо работа, собственноручно. Он говорит: я собственноручно написал, а другое не я писал. Есть писцы, которые пишут. Вы знаете, раньше, когда-то еще лет 20 назад, я тоже моих друзей просил, чтобы они помогли мне проповедь собрать. Я говорю: я буду проповедовать, а ты пиши. Я ходил по комнате своей, Дима был тогда, он просто писал. Пастор, что ты сказал? А ну еще раз смотри. Сейчас я сам это все делаю. Но я хочу сказать другое. Я представляю себе апостола Павла. И представляю себе какого-то мужчину, который сидит рядышком и пишет: писец. И апостол говорит: пиши, что писать? Пиши, что мы не приняли духа рабства. Мы приняли духа усыновления. Тот дух, который внутри нас. Мы, верующие люди, христиане, это дух сыновства. Я сын всемогущего Бога. Я принял этот дух. Он пишет, и он дальше говорит, ему диктует. Мы взываем им: пиши Ава Отче. Тут говорит: Ава — это не греческое слово. Что такое Ава? Это же еврейское, по-моему, слово, да? Да, это еврейское слово. Не-не, ну мы же пишем на греческом языке. Пиши Ава, что значит папа, папочка. Через запятую поставь отче, отец. Ну, я-то напишу. Но читатель не поймет, что за слово Ава. Вот потому что я хочу внимание обратить на это. И поэтому я и помещаю это слово на иврите. Чтобы читающий как бы споткнулся, остановился. А что тут, к чему Ава? Что такое Ава? Внимание обрати! Он твой папа. Он твой папа. А, Ава, папа? Папа. Не, он мой отец. Отец, типа мой отец, там на небе отец. Он отец на небе. Не-не, он твой папа. Папа, через запятую поставь, отец, я о Боге говорю. И до наших дней так и дошло. И переводчики даже на русском языке точно так сделали. Они оставили это слово «Ава» на иврите, потому что это как будто восклицательный знак. Смотри, что произошло. Бог говорит: я твой папа. Я твой папа. Я не чужой. Я не отче. Эй, отче. Не-не-не-не-не. Я папа, не в дистанции сейчас. Ты стал мне родным. Ты мой. Вот так Бог доказывает свою любовь. Что мне очень нравится в этом, вот в отцовстве, это то, о чем говорит Бог в 32-м псалме, 15-м стихе. Вот если вы выучите этот стих, он поможет вам во многих ситуациях. Там написано так: он создал сердца всех их. Речь идет о людях, о тебе и обо мне. Меня создал Бог. Я получил тело от папы и от мамы.
и воспитание получил. Но меня создал Бог, тебя создал Бог. И жизнь пришла от Бога, он вдохнул эту жизнь, тебя и меня. Он создал сердца всех их. И дальше внимание, и вникает во все дела их. Давайте скажем вместе, вникает, вникает, вникает. Знаете, как я это слышу? Я слышу так, ему есть дело, когда у меня машина утром не заводится. Ему есть дело до того, что у меня что-то в горле перчит. Или, например, ему есть дело вообще до того, какая атмосфера у меня в доме. Ему есть дело до того, что я, например, не чувствую там в чем-то уверенности. Ему есть дело до моих финансов. Ему есть дело до моих отношений в семье. До моих детей, до моих родителей. Ему есть дело до всего. Он вникает во все дела их. Религия пытается Бога как бы взять за скобки жизни, поставить за стены твоих проблем. Вот это мои проблемы, ну что тут Бог, тут я сам должен справляться. Нет, он вникает во все дела их. Это ли не есть настоящая любовь? Третий момент, как Бог доказывает свою любовь, он соединяется с нами и доверяет нам секреты свои. И царство свое, и Евангелие, благую весть. У меня очень много текстов, которые я выписал. Суть этих текстов состоит в следующем. Давайте хотя бы один посмотрим. Здесь написано в книге «Исход» в 19 главе, с 5 по 6 стихи. Написано, вы видели, что я сделал египтянам, как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать голос мой, гласа моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Суть вот этого текста состоит в том, я спас тебя, я помог тебе, я как будто бы на орлиных крыльях, знаете, орлиные крылья – это спасение для орлят, которые летят вниз. Мама подлетает, и крылья свои подставляет, и орленок цепляется и не разбивается о скалу или о камень. И Бог говорит, иллюстрируя вот этот момент, я спас тебя, я помиловал тебя, я как бы как на орлиных крыльях нес тебя. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы были мои. Вы будете моим народом, я буду вашим Богом. Иеремия 30:22. И вы будете моим народом, я буду вам Богом. Осия 2:23. И скажу не моему народу, ты мой народ. А он скажет, ты мой Бог. Можно перечислять дальше. В Коринфянам сказано, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом. Они будут моим народом. И этих текстов сквозь всю Библию огромное количество. Такое чувство, что Бог просто взял и в разные ситуации, в разные места, сквозь тысячелетия поместил эту мысль в Библию, что я хочу, чтобы вы были моими. Вы мой народ. Апостол Петр говорит, мы люди особенные, взятые в удел. Мы его, мы принадлежим ему. Я ваш, а вы мои. Это Бог говорит. Это настоящая любовь. Теперь возникает второй вопрос. Хорошо, Господи, я понимаю, что Ты умер за меня. Я понимаю, что мы стали Твоими детьми. И я понимаю, что Ты с нами заключил завет, и мы Твои. Но как мы должны выражать свою любовь к Богу? Я думаю, у вас есть какие-то мысли. Вы скажете, пастор, ну мы должны быть в церкви. В церкви очень важно быть, потому что иначе вы просто засохнете духовно. Но я хочу сказать, что можно быть в церкви и можно быть отвлеченным от того, что Бог делает в церкви, и при этом не иметь отношения с Богом. Такое тоже есть. Кто-то скажет, ну, нужно десятину отдавать. Это очень правильно, это верно, это выражение любви. Но я видел в жизни моей тех людей, которые это делают механически, без всяких чувств. Типа, надо, заплачу, Господи, Ты меня вот сохрани в жизни. Сколько нужно денег, столько дам. И это уже не любовь, это уже какой-то оброк, долг, обязанность. Кто-то может сказать, ну, пастор, нужно поклоняться. Да, поклонение – это выражение Божьей любви. Или любви к Богу – это язык Бога.
Бог ищет поклонников. Кто-то скажет, нужно веровать, потому что без веры угодить Богу невозможно. И это правильно. Но я сегодня хотел бы выделить, на мой взгляд, самый основной язык, который понимает Бог и понимает, что мы любим Его. Это язык послушания. Давайте вместе скажем. Послушание, послушание. Смотрите, что говорит Иисус. Иоанна 14:15. Он говорит так: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Другими словами, ты любишь Иисуса? Выполни, будь послушен, сделай это. Помните, однажды Иисус сидит у костра после воскресения Своего. Сидит, и там Петр находится. И он поворачивается к нему и спрашивает: «Симон, Ионин, любишь ли ты Меня?» Он говорит: «Да, Господи». Трижды спросил, трижды ответил Петр. И в третий раз он сказал: «Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И трижды на его ответ: «Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя». В ответ Иисус ему дает повеление. Он говорит: «Паси овец Моих». Знаете, как я это слышу? Я говорю: «Господи, я люблю Тебя!» А в ответ Он говорит: «Выполни то, что Я поручил Тебе. Будь послушен в том малом, где ты находишься. Если ты взял ответственность в церкви, будь послушен, будь верен в том, что ты делаешь. Будь послушен. Иисус, я люблю Тебя!» «Хорошо, сын мой, исполни то, что Я поручил Тебе». Друзья, Богу нравится наше послушание. И я хочу оставшееся время вместе с вами нырнуть в одну из удивительных книг Нового Завета. Самую маленькую книгу в Новом Завете. Это послание к Филимону, святого апостола Павла. Здесь даже нету 30 стихов, 25 стихов. Я очень кратенько обрисую, о чем идет речь. Нам интересно это послание по причине того, что здесь есть три человека, которые демонстрируют и показывают настоящее послушание. Это их язык любви к Богу. И я сейчас хочу просто объяснить, о чем идет речь. Филимон – это друг апостола Павла. Всего несколько лет до того, как это послание было написано, он был спасен. Исследователи Библии говорят, что он вообще-то, в принципе, можно сказать, из новообращенных всего несколько лет. Похоже, что он жил в Колоссах и был частью церкви, Колосской церкви. Он не был бедным человеком, достаточно состоятельный, у него было много денег, много рабов и рабынь. В то время это было нормально, хотя апостол Павел выступал против этого. У него такой большой дом, что церковь собирается у него дома, как это было в те годы Советского Союза у моей Надежды. У нее отец построил такой дом после войны большой, что церковь собиралась там, дома. Никаких коммунальных не брал Филимон от церкви, счетов. Все оплачивал. Более того, благодаря его любви к людям, многие люди в церкви ожили. 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей», это Павел говорит, «потому что Тобою, брат, успокоены сердца многих». Есть другой перевод современный, там сказано так, что «благодаря Твоим стараниям сердца людей Божьих ожили». То есть где-то в угнетении, может быть, недостатке, а у него были деньги. Он был служителем церкви, и он старался, он был хорошим служителем. И благодаря его стараниям многие люди ожили. У этого человека был один раб по имени Анисим, который каким-то образом умудрился обворовать своего хозяина и убежал. Так случилось, что он случайно встречает в своих бегах Павла, которого наверняка... знал, потому что апостол Павел был близким другом Филимона и, скорее всего, не раз останавливался дома у него и, возможно, слово говорил там, и Анисим слышал.
Но при этом Анисим был отстранен от всего вот этого движения религиозного. У него была своя жизнь, и он, оборвав своего хозяина, убежал. В это время апостол Павел находился в Риме. Он был арестован. Он ожидал суда кесаря. Хотя жил в гостинице, но куда бы он ни шел, вместе с ним шел преторианец, который наблюдал за ним и не давал ему никакой свободы. Каким-то образом они встретились. Павел апостол, заключенный, ожидающий суда кесаря, и Анисим, раб Филимона, друга апостола Павла. И в результате общения Анисим принимает Иисуса Христа в свое сердце. Происходит настоящее покаяние. И апостол Павел крестит его, и Анисим становится христианином. Более того, мы читаем о том, что Анисим начинает служить апостолу Павлу, потому что Павел уже не молодой, он узник, он ограничен в передвижениях своих, он покрывает его нужды. И вот однажды апостол Павел пишет письмо Филимону и отдает это письмо в руки Анисиму и говорит: «Пойди и сам отнеси его к своему господину». Что он пишет в этом письме? С 8 по 12 стихи он пишет: «Посему имею великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше, прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме», называет его сыном, духовным сыном, «которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден, то есть бесполезен для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Вот в чем эта книга. Эта книга – это письмо апостола Павла Филимону, которое он вручил самому этому беглому рабу Анисиму и сказал: «Иди, отнеси это письмо господину». Давайте посмотрим на этих три человека, которые здесь нам предстают перед нами в этой книге. И это великий пример послушания и подражания для нас. Первый человек – это апостол Павел. Смотрите, несколько важных моментов. Апостол Павел – это единственное послание, в котором он не начинает свое письмо со слов: «Я апостол Иисуса Христа, призванный не человеками и не через человека, но самим Господом Иисусом Христом». То есть он не говорит о своем статусе, не о легалиях, хотя это правильно, потому что в действительности апостол, апостол язычников, и мы все знаем апостола Павла, уважаем, читаем его, верим так, как он верил. Он говорит совсем по-другому. Он говорит: «Павел, узник Иисуса Христа, я старец». Это намеренно. Намеренно он сказал: «Я не буду говорить с вами с позиции той власти, которую я имею во Христе Иисусе. Я буду говорить с вами просто как человек к человеку. Я буду говорить тебе, Филимон, как Павел, как друг твой, как узник, сидящий в тюрьме, и как старец». И посмотрите, он говорит: «Я имею право приказать тебе». То есть ты и сам обязан мне. Чуть ниже он напишет: «Ты и сам обязан мне, ты должен мне». Мы не знаем, не все показывает это письмо. Возможно, Анисим был, или Филимон был болен, и Иисус исцелил его. Возможно, бизнес его разваливался, и сверхъестественным образом, когда он принял Иисуса, через апостола Павла был наставляем, этот бизнес вверх пошел. Возможно, у него дома были какие-то сложности, отношения разорваны, и апостол Павел послужил этой семье. Кто знает, может быть, он был даже при смерти, и Бог исцелил Филимона. Но апостол пишет ему, говорит: «Ты сам мне должен, ты должен мне, у меня есть эта власть, есть власть приказать тебе, но я попрошу у тебя, я попрошу у тебя». Видите, какая красота Евангелия, какое смирение, какое послушание Духу Божьему. Разве это не прекрасно? Смотрите, и апостол Павел пишет в 13 стихе: «Я хотел при себе удержать его,
чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе твое дело было не вынуждено, а добровольно. А ведь он мог бы совсем по-другому поступить. Он мог бы написать Филимону: «Филимон, привет, мир и благодать тебе. Я Павел, твой духовный отец. Нашелся твой беглый раб, Анисим. Он у меня, он мне очень нужен. Ты знаешь и возраст мой, и то, что я в узах за проповедь Евангелия. Поэтому не переживай, с ним будет все хорошо. Забудь про него, пусть он послужит мне здесь. Он нужнее мне, у тебя сотни рабов, а этого оставлю при себе». Но он не делает так. Какая чуткость, какое послушание Духу Божьему, какое внимание. И мы можем удивляться этому, потому что здесь апостол Павел показывает вот этот пример, как он принципы Царства Божьего просто воплощает в реальной жизни. Второй человек, о котором я хотел бы, чтобы мы с вами поговорили, это Анисим. Анисим, вы знаете, он натворил делов. Я представляю себе, как однажды апостол Павел посмотрел в глаза Анисиму и сказал: «Анисим, мы не можем игнорировать то, что произошло. Мы не можем делать вид, что ничего плохого не было до этого. Ты украл, ты убежал. И мы не можем, просто подняв руки, Богу дальше служить. Нужно тебе вернуться. Анисим, я напишу письмо. Пойди и сам принеси его». Возможно, Анисим сказал ему: «Павел, но ты знаешь, законы настолько жестокие, что когда беглый раб появляется, его ловят, его убивают сразу. Самое лучшее, что могу сделать, это выжечь первую букву, что я раб, мне на лбу, чтобы каждый знал, что я беглец, что я беглый раб, и оставить меня живым. Павел, ты хочешь, чтобы я шел и нес это письмо, это приговор самому себе? Я ставлю свою жизнь на кон, как так?» «Да, Анисим, я так хочу, потому что это Царство Божие». И он написал это письмо, дал Анисиму. Несколько недель нужно было идти из Рима в Колосы, и он каждый день несет это письмо, просыпается, идет. Может сбежать, может найти себе какой-то другой путь. Зачем это надо? И я представляю себе, как он встретился глазами с Филимоном, со своим господином. И, возможно, он думал: а кто знает, а вдруг я ему суну письмо, а он не захочет даже посмотреть на него, просто убьет меня, и все. И вот они встречаются, и он отдает это письмо, и Филимон прощает его и принимает его. Но я хочу сказать еще, что Анисим показывает нам тоже пример послушания. Это его язык любви к Богу. «Господи, я люблю тебя». «Если ты любишь меня, вернись назад. Вернись к своему господину». «Нет, я люблю тебя, но я останусь здесь, возле апостола Павла. Я не хочу туда, я не хочу умирать». «Вернись туда. Если ты любишь меня, будь послушен, послушен духу моему». Третий человек, который удивляет очень сильно нас всех в этом письме, это сам Филимон. И вы знаете, ключевой стих, вообще золотой стих этого письма, 21. Смотрите, что говорит апостол Павел: «Надеюсь на послушание твое, надеясь на послушание твое, я написал к тебе». А вот здесь внимание: «Зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Я вчера просто Бога пережил на этом глаголе. «Зная». У меня сразу мысли, параллели. Может ли кто-нибудь сказать, что он знает, что если Господь что-то мне поручит, Дух Святой даст мне чувствование, что я сделаю больше этого? Может ли кто-то о тебе сказать? Может ли сам Господь, посмотрев на тебя, сказать: «Я знаю, это послушный мой сын и моя дочь. Они выполнят то, что я поручил им. Я знаю это».
как это удивительно. Вы знаете, я думаю, когда мы придем на небо, мы увидим Филимона. Мы будем общаться с ним, исходя из того, что мы здесь увидели. Вот в этой всей истории. Но то, что восхищает меня в нем, что апостол Павел был уверен в его сердце, что он поступит правильно, поступит по любви. Смотрите, что Павел попросил в этом письме. Он попросил четыре вещи. Первое, прими его, то есть не убей его, когда ты увидишь его, прими его. Второе, прими его навсегда, 15 стих, навсегда прими его. Третье, прими его более этого, не просто как раба беглого, который покаялся, и вот просто прими его, пусть он уже дальше живет у тебя, и все, он уже все, как бы покаялся. Прими его как брата. Брата возлюбленного. 16 стих. Ой, апостол Павел. Прими его как брата. Брата возлюбленного. У Филимона мог быть гнев справедливый, потому что к рабам относились как к имуществу. Это мое имущество. Не-не-не-не-не-не-не. Иисус его спас и очистил, изменил его. Кто ты человек, что ты можешь осуждать его? Прими его как брата. Брата возлюбленного. И, наконец, последняя просьба Павла. Прими, как меня бы принял. 17 стих. А 18 стих. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Другими словами, я вернусь, я все заплачу, я все покрою. Если он что-то должен, это я тебе должен. Вот здесь единственный образ Иисуса Христа в Новом Завете, который платит за наши грехи. В Старом Завете это Иосиф, образ Иисуса. А здесь вот этот момент апостола Павла, когда он говорит, если он что-то должен, я вернусь, я заплачу. Он прощен. Прими его как брата. Друзья, это удивительно. Третий пример величайшего послушания в этой короткой книге – это Филимон. Последнее, что я хотел бы сказать, я хотел бы наш взор поднять на Иисуса. Потому что Иисус показывает самый пик, самую вершину того, как нужно слушать, как нужно быть послушным. Помните, Филиппийцам апостол Павел говорит, что у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Что это за чувствования? Он разворачивает эту мысль в следующих стихах. Он говорит, знаете, что это? Это послушание. То есть язык любви Бога – это послушание мое. Он говорит, у вас должны быть те же чувствования. И потом описывает, что было с Иисусом. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха. Смирил себя, и вот здесь внимание, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус, тебе нужно было быть послушным? Да, он был послушным Отцу Небесному. Умирая, был послушным Небесному Отцу. Дальше после этого идет награда за послушание. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Иисус Христос в славу Бога Отца. Бог возвышает послушных. Бог благословляет послушных. Бог любит послушных детей. Ты не потеряешь спасение, если ты не послушный и такой своевольный, но ты останешься младенцем. Но если ты хочешь возрастать в Боге, то тебе нужно возрастать в послушании, возрастать в смирении и быть как Иисус, послушным Отцом. Друзья, хочу сказать, что только зрелые сыновья и дочери послушны не как рабы из-за страха. Они послушны добровольно, потому что любят, потому что это мой язык любви. Когда я хочу выразить язык любви Надюшке своей, я останавливаюсь, беру ее и мы гуляем. Я просто слушаю ее. Это ее язык любви. Если ты любишь Бога, будь послушен Богу. Это Его язык любви. Отец Небесный, мы просим Тебя, чтобы
в нашей жизни пришло послушание, Господь. Мы хотим, Иисус, быть подобны Павлу, подобны Филимону, Анисиму, которые были послушны в каждой своей ситуации, Господи. Мы знаем, что Ты не выжимаешь из нас это послушание, но Ты предлагаешь нам эти отношения, отношения свободных людей, детей и сыновей, которые выбирают говорить на Твоем языке, языке послушания. Господи, мы хотим быть послушными в семье, послушными в церкви, послушными в обществе. Господи, мы хотим повиноваться друг другу, как апостол Павел сказал, в любви, поощряя друг друга в любви. Господи, я молюсь о том, чтобы всякий дух гордости, надменья, тщеславия, свою волю был удален от каждого из нас. Господи, дай нам этот дух, Твой дух, дух сыновства, потому что Ты наш Отец. И дай нам послушание. Я прошу Тебя и поклоняюсь во имя Иисуса. Аминь.